Для того, чтобы приготовить печеную картошку с куриными крыльями, нам понадобится куриные крылья, картошка, лук, соль, перец, подсолнечное масло и глубокий противень. Картошку нужно почистить и порезать на 4 части. Крылья нужно разрезать на 2 части. Лук чистим и нарезаем кольцами или полукольцами. Готовим противень. Наливаем масло. И размазываем его по поверхности. Выкладываем наши куриные крылья. Солим и перчим. Высыпаем лук. И картофан. Надо все разровнять немного. Еще чутка подсолим картошечку. И слегка ее поперчим. В разогретую духовку нужно упаковать нашу картошечку. И оставить там ее на 40 минут. Ну что ж, пора доставать нашу картошечку. Правда, я ее оставил не на 40 минут, а на час. Потому что мне показалось, что через 40 минут она еще была сыровата. Мы ее выпекали на медленном огне. И посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот штучка. Ребят, ну в общем получилось вот такое вот блюдо у нас. Готовится абсолютно без напряга и очень просто. Ну что ж, попробуем. Попробую картошку. Картошечка шикарная. Возьму кусочек. Вот такая вот курочка. Курочка нежнейшая. Мясо просто отваливается от кости. Готовьте, экспериментируйте. Пока.